Плохо дело, да, доктор? Не медицинские категории. Динамика ухудшилась. Давайте еще раз обсудим варианты. Ну, раз есть варианты, значит, не все так плохо. Я вызвала уролога. Если он удалит мне вторую почку, это точно будет иметь смысл. В вашей ситуации ждать рискованно. Я знаю. Вы говорили. И до вас многие тоже. Подождите, я же вам не аборт предлагаю, а роды разрешения на 31-й неделе. Я не буду, я против. Я буду ждать. Колмогоров сказал, что 3 или даже 4 недели я смогу продержаться. У вас в любой момент может случиться обострение. И тогда все, вы понимаете? Я хочу родить здорового ребенка. Что может быть важнее здоровья ребенка, доктор? Жизнь. Да. Я знала, на что шла, когда забеременела. Единственная почка – хронический пиелонефрит. Не самая лучшая комбинация для счастливой беременности. Я все решила, доктор. Я хочу доносить. Колмогоров вел вас с самого начала беременности? Да. Я выбирала самого лучшего врача. И он мне очень помог. И верил, что все получится. И я поверила. И когда он направлял меня к вам, сказал, что я смогу решать сама, если будут варианты. А они есть. Угу. Самый лучший врач. В настоящее время вызываемый абонент недоступен. Думаю, она ждет сообщение после сигнала. Перезвони же мне, 25-й раз тебя прошу. Илья Яковлевич, можно на минутку? Это срочно. Опять про Кесарева? Я опять и снова. Динамика очень плохая, я считаю, нужно срочно оперировать. А Колмогоров? Недоступен. Все еще. Наташенька, если бы все было плохо-плохо и срочно-срочно, ты бы меня не дернула, а была бы в операционной. Бахметина. Thank you.
вызываемый. Абонент недоступен. Вы можете оставить сообщение после сигнала. Спустись, я у тебя внизу. Операции. Время смерти 14:28. А причина смерти? Так обнадежил. Сказал, что в 46 лет с одной почки на 40-й неделе можно родить богатыря и гения. Да, но я полагал, что оставляю пациентку в надежных руках, и что вам, Наташа, уже не нужны няньки. Спасибо, Юрий Алексеевич. Вот, только не надо иронизировать, Наташа. Сейчас. Давно пора научиться принимать собственные, очень сложные иногда решения. Да, вы уже нетрепетная студентка. Пора повзрослеть. Но Юра! Разбирайся. Кто это? Посмотрите, давай. Потеря пациента на столе – это всегда трагедия. Всегда больно. Давайте мы с вами опустим ту часть, где вы меня сначала успокаиваете, потом уговариваете и перейдем сразу к заявлению. Подпишите, я не передумаю. Теперь без благословения Колмогорова тебя в Москве ни к одной матке не подпустят. Хорошо, что матки есть не только в Москве. Пару недель назад звонит мне старый знакомый, главврач одной клиники. В одном хорошем городе, правда, город будет посевернее Москвы. Искал заведующую обсервации, молодую, перспективную. Так, может, уже нашел? Неправильно поставленный вопрос. Правильный вопрос, насколько севернее. Что происходит? Засовываю свои вещи в свою машину. Ты против? Претендуешь на дерево? А что случилось? Почему нужно все сразу бросать? Клинику, диссертацию? Сбегать среди ночи, на звонки мои не отвечать? Что за детский сад? Человек умер недостаточно. Наташа, ну что делать? Пациенты иногда умирают. Так случилось. Больная заортачилась, ты притормозила, я не доглядел. Ну, стечение обстоятельств. Проанализировали, погрустили, поехали дальше. А вот я еду дальше, ты машину убери. Что ты мне хочешь этим доказать? Тебе ничего. Хорошо, себе что ты доказываешь? Что сможешь без меня? И как врач, и как не врач? Какой же ты все-таки умный. И проницательный. Светил мировой медицины. Просто самый лучший врач. Ну так было всегда, Наташа. Раньше тебе это нравилось. Ты со мной с таким, какой я есть, 10 лет прожила. Юра, проживают – это когда под одной крышей. Это когда она борщи варит, а он занавески вешает. А, простого обывательского счастья захотелось, да? А я про это слишком мало знаю, чтобы мне хотелось. Зато я точно знаю, чего я больше не хочу. А вот интересно, чего же? Я не хочу думать, что у меня есть мужчина,
когда его нет. Как нет? Я твой мужчина. Я это поняла, когда я не ее спасала, а тупо тебе дозванивалась. Я постоянно тебя жду, а тебя нет. Я на тебя надеюсь, как на врача. Не как на врача. Я уговариваю себя, что раз в неделю это совместная жизнь. Что это нормально, что я не жадная. А потом я вижу твою жену. Я понимаю, что у тебя, Анна, есть эта жизнь. А у меня круглосуточная работа и раз в неделю. И я постоянно закрываю на это глаза. Так, знаешь, неудобно, потому что постоянно на что-то натыкаешься. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты мне напомнил, сколько мне лет. Я еду взрослеть и узнавать, чего я хочу. И как. Убери машину. Что еще? Иду.
21,5. Что здесь? Воду 40 часов назад отошли. Перчатки. Паш, не путайся под ногами. Простите. Колени разведи. Хорошо. Ну что? Каталку в оперблок. Быстро. Разворачиваемся. Работаю с сегодняшнего дня. Откройте, пожалуйста. Вашей машины нет в списке. Ну, еще, наверное, не успели внести. У меня в 9 дежурства. Я решила провести разведку боем. Как вы предлагаете решать эту проблему? Я? Никак. У меня инструкция. Никто не предупреждал, и пропуска нет. Мне главврачу звонить. Я главврачу не подчиняюсь. У меня свое начальство. Хорошо, давайте я оставлю машину здесь, пойду принимать роды пешком. Тогда я вызову охрану. А вы не охрана. Давайте вы возьмете его в заложники, а вечером я заберу. Московская прописка. Каюсь, грешна, но обещаю справиться, полюбить ваш город всем сердцем и обзавестись какой-нибудь отметкой в паспорте. Угу. Вы не хотите на мне жениться? Так, проезжаем. Ну что там, Миша? Если ухом не слышу, значит, нет. Главврач недоступен. Пал, иди сюда. Плод мертв. Надо плод разрушающий. Оставь ты матку дури. Все-таки первый ребенок, не надо бы, чтобы последний. Евгения Ефимовна, занимайтесь своим делом. Ага. Ну, раз Евгения Ефимовна. Алла Цепелеев. Алла. Ну что у вас? Надлагалищная ампутация. Длительно безводный. Все, хорош, елозить, иди мойся. Паша, садись, пиши историю. Сеченов, а пациентка? Ой, Наденька. О, ты что кипишь? Ну, ампутация, ампутация. Значит, судьба у нее бездетная. А он чего? Хотел бы детей, не рожала бы дома. Ну, что с утра вот начинаешь? А ты не заводи меня. Скажи, зачем? Сразу на стол и матку резать. Ну так как вы по-другому достать-то? А как? Ушами об косяк. Как раньше вытаскивали через определенное место, а матку как раз на месте оставляли. Здрасте. Здрасте.
Здрасте. Что это было? Я не знаю. Можно начинать. Скальпель. Почему посторонние в оперблоке? Охрану вызовите. Наталья Владимировна Бахметьева. С сегодняшнего дня заведующая отделением обсервации. Пациентку в родзал быстро. Декапитационный крючок. Меня зовут Евгения Ефимовна Мишина. Фиксируйте ручку плода. Я не умею. Евгения Ефимовна. Евгения Ефимовна, ножницы. Пулевку. Вот такие теперь пошли доктора. Спаси нас, Господи. Шьем. Жить будете? Буду. Еще лучше всех. Как вас зовут? Паш. А то спасибо. Павел? Олегович, они. Павел Олегович, я понимаю, что в вашем возрасте это сложно, но прошу вас чувствительность оставить для свидания. В операционной это непозволительная роскошь. Да. Привет. Передам. Вас главврач вызывает. Спасибо. Кто прав, Бахметьева или Кашина? С любой. Я вот так говорю. Возрастешь, узнаешь, да? Нет, Александр Анатольевич, я серьезно. Понимаешь, Кашина делала, что полагается. Она спасала женщину. А Бахметьева замахнулась она больше. Ну тогда вы за Бахметьева. Нет, я за своих. Мы с Кашиным полдивизии детей нарожали. Между нами мне никогда не нравились врачи с синдромом Бога. Будь здоров. Да, войдите.
Спасибо тебе, Олег, за подарочек к юбилею. Не ожидала. Это теперь так принято, да? Без объявления войны? Не мог меня предупредить заранее за неделю или хотя бы вчера, когда тосты за меня поднимал? Нет, правда, я не понимаю. Олег, я что, мало для тебя сделала? Я не заслужила элементарной искренности. Знаешь что, давай не начинай, а? Все заслуженное ты давно получила и с бонусами. А искренность никогда не значилась в списке твоих желаний, так что... А знаешь, что я тебе скажу? Я даже рада, что мне на замену ты нашел вот такого врача. Какого такого? Она действовала профессионально, смело. Сохранила женщине матку, которую ты собиралась на мясо порезать. Лишь бы не рисковать. Правильно, не рисковать. А вот сейчас поднимется температура, и придется матку все равно удалять, только септическую. Ты озверела? Ты накаркаешь сейчас. Знаешь что, Алла, иди давай работай, а? И не мешай ей. Я буду следить. Что ты будешь делать? Следить буду. Давай, идите. Можно? О, конечно, Наталья Владимировна. А вы свободны, Алла Валерьевна. Я поняла. Прошу. Присаживайтесь, пожалуйста. Хочу поздравить вас со вступлением в должность. Правда, оно у вас несколько боевым получилось. Я хотел вас представить коллективу по всей форме. Но вы меня опередили. Да, я по старой привычке приехала пораньше. И на будущее. Такие решения принимаются консилиумом. Который еще надо собрать, а риск инфекционных осложнений растет. Центр – мое любимое детище. И раз уж вы с нами, значит, вы нам нужны. Несмотря на ваш анамнез и характер. А у меня что-то не так с анамнезом и характером? Ну, в том, что хороший вы врач, я не сомневаюсь. И учителя у вас были правильные. Но вот какой вы будете заведующий, это еще неизвестно. С коллегами ладно, но с подчиненными надо строить отношения. Чтобы они за вас, как за себя. А это непросто. Ведь подчиненные тоже разные бывают. И характер у них тоже есть. Ладно. Поработайте месяца три, там посмотрим. У нас не окопы, но и не тыл. Так что легкой жизни не обещаю. Это я уже поняла. Желаю удачи, Наталья Владимировна. Очень рад, что вы с нами. Так что давайте мы с вами перестанем любые шевеления принимать за преждевременные схватки и успокоимся. Договорились? Да. А если это отслойка плаценты? Отслойка плаценты? Не слушайте, пожалуйста, глупые предположения несмышленных интернов. Все у вас в порядке, будем спокойно донашивать. А, и главное, не нервничайте. Вы же слышали, что стресс вреден для ребенка. Вот, успокойтесь, хорошо? Я проверю. На выход. Чего взять, что у нее свой плацент? Просто подумал. Вот если вы в следующий раз что-то просто подумаете или вам что-то померещится, вы сделайте милость, дотерпите до коридора. Пожалейте пациенту. Вы карту ее читали? 8 выкидышей. 8. Она ни разу до 30-й недели не доходила, вы ей про отслойку. Я понимаю профессионализм в далекой перспективе, но голову как-то можно включить? Теперь вы. Я просила сделать пациентке УЗИ. Где УЗИ? Вообще уметь нормально разговаривать? Меня другой вопрос волнует. Ты знаешь, когда я карту принес?
За полчаса до обхода. Как можно за это время изучить все про 12 пациентов? Здрасте. Здрасте. Да, Пабло. Чувствую, кончилась наша вольная жизнь. А кашну будем вспоминать еще как доброго царя. Да. Можно? Это ваш кабинет. Алла Валерьевна, я сегодня утром была немного риска. Как интересно. Когда вы много риски? Вы что, обливаете человека бензином и прикуриваете? Я не курю. И давайте сначала. Алло. Да, мой дорогой. Да нет. Конечно. Да нет, у меня вагон цветов и куча подарков. Да, хорошо. Ладно, жду тебя. Целую. Наталья. Причем новая завша очень эффектно вступила в должность. Разгромила операционную и взяла пациентку из-под ножа. Что, такая злая бабьяга? Да нет, вполне себе симпатичная. Тебе понравится. Тем более, что из Москвы. Да ладно. Фамилия-то у нее есть? Наталья Владимировна Бахметьева. Вы что, знакомы? Руслан Евгеньевич! Вообще биологию читаешь? Нет. Татьяна Соломатина, акушерка. Да ладно, я никому не скажу. Ничто не бесит окружающих, как стремление ближнего к успеху. Только до этого успеха еще как до Китая пешком. Ну ничего, ничего, все будет. Лучше скажи, как тебе Бахметьева? Говорят, что она смелая. Я бы так не смогла. Ну да, крутая, видно. Она много на себя берет. Ой, Надька, не верим, все врет. Что врет-то? Ну как все мужики, обещают весь мир, а подарят глобус. Идите, Бахметьев ждет. Угу. Дина Рафаэльевна, вам что, больше всех надо, что ли? Ровно столько, сколько могу себе позволить. Миш, ты много знаешь докторов, женатых на медсестр? Пятерых. И даже одного профессора. И ничего путного не вышло. А Донцов? Посчитала. Так и что, у него что ли, тоже ничего путного? Ой, я тебя умоляю, встретишь верного мужика, попроси у него автограф. Для меня тоже. Ой, Миш, я тебя обожаю. А ты перестань к Натике подкатывать. А то и прооперировать недолго. Иди, интерн. Надоели. Скажи, как продвигается расследование? Ну как, никак. Пока похвастаться нечем. Прошерстила весь интернет. В соцсетях ее нет. Есть пара хвостов по старым конференциям. Ну так все. Ой, а что это у тебя? Брабулька. Миш. Сколько ей лет? Судя по трупным пятнам, много. Да это чернослив. Денька, ничего ты в еде не понимаешь. Зато я понимаю, в хороших фигурах. Ой. Мне фигура дороже. Дура ты, фигура. Если баба брабульки не понимает, она и по жизни салага. Ой, Мира.
Вы меня не ждали? Признаться, нет. А я пришла. Поздравьте, это мой 26-й раз. Ну, а чего так грустно? Да поводов для веселья нет. Вы все-таки хотите ребенка? Я никогда в своей жизни ничего так не хотела. А я умею хотеть. Ну, в сущности, что такое 25 попыток? Да, 15 лет жизни. Скажите, а вы действительно верите, что у меня есть шанс? Ну, научно обоснованных причин им отказывать у меня нет. На вашей практике были случаи, что после стольких неудавшихся попыток вдруг да? Слушайте, ну, с 10-го раза были, было и с 17-го, но мне определенно нравится цифра 26. Вы знаете, это будет беспрецедентный случай. Вы прославитесь на весь мир, я вам обещаю. Хорошо. Я вам верю. Когда назначим? Почему вы не спасли моего ребенка? Вы жену мариновали дома 2 дня. Значит, вы тоже считаете, что дома рожают одним мракобесом? Нельзя отрывать ребенка от матери, когда он родился. Пуповину нельзя резать. Плаценту надо похоронить. Мы так хотели детей. Она 2 года не могла забеременеть. Потом в Индию поехали. И чудо. Почему вы не спасли моего ребенка? Тебя как зовут? Андрей. Андрей. Слушай, тезка. Женщина любимая жива? Да. Это главное. Рожать сейчас может. Тоже неплохо, правда? Так что давай пойдем. Скажешь ей, что любишь ее. Я еды сутки не видела. А Таш, буфет от меня, да. Ты по-прежнему сноб. Здрасте. Это сестра Николаевна? Это
ну, врет, что заведующая лабораторией. Умница. Влюблена. Но не в меня. Базанов, неужели есть кто-то, кто может быть влюблен не в тебя? Я не верю. А, Наташ, ты же вроде как есть хотела? Ужасно. Может, пойдем? А, Наташа. Оль, зачем мне Сита? Ну, понятно, что Сита, раз сам пришел. Что пишут из города? Пока молчат. Слушай, видела нашу новую заведующую. А? Довольно интересно. Видно, что себе на уме. Ты видел? Боком. И как она тебе? Да не рассмотрел. Донцов говорит, классическая акушерская школа. Не думал, что таких еще делают. Ну, значит, нам всем очень крупно повезло. Не всем и не очень. Ну, что так? По этому первому случаю ясно, что она максималистка. А с такими трудно. И таким трудно. Твой анализ готов. Сита. В пятницу встречаемся? В пятницу у меня дети. В субботу. Может быть. Не знаю, у меня спортклуб, массаж, встречи с другом детства. Если втиснешься. Сказали, что там с ней? С ногой что-то. Ну и кровотечение. Сечина, смотри. Простите, пожалуйста, вы не могли бы нам помочь? Здравствуйте. Что случилось? Дочь ногой в живот пнула. Да. Болит очень сильно. Дочери 5 лет. Давно? Вчера. Около 8 вечера. 8, 9. Паш, отвези их на УЗИ. Ну давай, давай, Паш. Пойдемте уже, пожалуйста, скорее. Пожалуйста, проходите сюда. Что? Дочка маленькая в живот ударила. Пожалуйста, садитесь, садитесь, ставь. С аварии скорая не приехала еще? Нет еще. Так, веди смотровую, начинай осмотр, я сейчас подойду. Прямо по коридору идите. Thank you.
Все в порядке. А вам все еще больно? Ну, немного, да. Вы знаете, мне кажется, ребенок плохо двигается. А кровотечения нет? Нет. А может, позвать еще кого-нибудь еще? Поопытней? Да не волнуйтесь, вы так, все хорошо. Пациентка на 40-й неделе. Боль правой ноги. Кажется, кровотечение. Так больно? Да. Похоже на отслойку плаценты. Выпер-блок. Сначала кесарево, потом бедро. Зовите травматолога. Операционная готова? Уже готовят. Алла Валерьевна. Алла Валерьевна. Алла Валерьевна. Да. Что мне делать с этой женщиной, которая дочка живет? Кстати, боже мой, совсем забыла. А что УЗИ? Ну, я сделал, посмотрел, но там ничего не видно. Но там, походу, что-то не то, потому что на боль жалуется. Ну, они все жалуются. Что за пациентка? Да ее девочка ударила, ну, дочка маленькая, ногой в живот. Почему вы думаете, что там что-то не то, вам снова мерещится? Да она вроде не из таких, которые просто так жалуются. Скромная она. Хорошо, пойдемте посмотрим. Так больно? Терпимо. Весь живот полностью. Это шрам от кесарева? Да, да. Другие операции были? Да, да, это в нем вырезали. Разворачиваемся. Господи, почему вы до сих пор не начали? Анестезиологи в хирургии на аварии. Будут минут 20. Может, врут. Нам срочно нужно операционное состояние, критическое. От удара маленького ребенка? Мы не можем делать два кесаревых одновременно. У пациентки большая кровопотеря.